Итак, чуваки, сегодня вот я вот только что пришел к этому, блин, кузнецу, да, которого тут кует. И, короче, отдать кристальный уголь, да? Да, типа он попросил, типа вот, ну давайте отдадим его. Сделай блестящее оружие, говорит. В общем, я не пойму, что он там какое-то сделает оружие. Я ни хера не могу понять. Вот, но, видимо, это оружие он сделает, этот самый, блядь. Как он называется там? Мля. Ну, видимо, он сделает этот самый. Сука, забыл, как он называется. Из души вот этого волка Сифа он что-то сделать мы сможет. Я так и не понял, чё. В общем, я сюда пришел, чтобы купить оружие, блядь. Купить щит большой, чтобы там от этого, от волка. Но мне, сука, 36, ни хера себе. Блядь. Мне более нормальный щит нужен, чтобы убить этого стража святилища. В общем, блядь, не могу никак его убить. Ну, в принципе, половину хп я отнял у него, но не могу убить ни хера. Поэтому, блин, вот так вот такие пироги получаются. Точнее, нихуя не получается. Вот. Поэтому не знаю, блядь. Надо еще меньше сменить. Бля. Я даже не знаю, что он блестящего мне сделает, не пойму даже ни хера. Может, из души волка Сифа, там, может, какую-то броню, блядь, может, какой-то щит, я не знаю. Надо посмотреть, кстати, про щит. Потому что мне щит, он нужен, блядь, чтобы этого волка Сифа Галимова замочить, потому что, ну, никак я не могу замочить его. Вот, поэтому сейчас буду с этими сражаться, ракалами. Видите, уже мне меньше хп отнимают вообще намного. А я ебашу их, как не знаю кто. Как угашенный какой-то там, блядь. Сука, иди сюда. Я гуманоиды, а. Так, что это тут, этот хер стреляет? Ебать, тут можно прокачаться вообще просто классно. В принципе, это не секрет, но я... Просто охеренно, как тут можно прокачаться. Только вот я не пойму, как там в другой зал попасть, да, там, блядь. Где была эта низкая люстра. Блядь, какая низкая, блядь, которая люстра упала вот там вот. Не пойму, то ли тут где-то вход, то ли чё. Ну ладно, пофиг. Тут где-то бонфайр, если не ошибаюсь. Вроде есть. Но тут эта тёлка с сиськами тут сидит. Она тут. А, вот бонфайр. Так, перенестись. А чё, куда переносимся? Блин, я буду, короче, искать этот фигню, как этот самый. Как, короче. Бля. В общем, как, короче, мне, блядь, этот самый. Сделать щит офигенный. Потому что я не знаю, блин. Может, тут самый щит лучший я могу сейчас сделать. Вот. Но я не знаю, как это сделать. Блин, в принципе, может, надо... Сука, надо к Гуглу обратиться, к Гуглу. Потому что был бы у меня нормальный щит, я бы сдерживал атаки Сифа, блядь, и ебашил его, как я не знаю кто. Просто там не уклониться, ничего не сделать, блядь. Вот. Поэтому здесь пофармлюсь. Потом, короче, запишу видео там, как что делать. Вот, в общем, давайте. Итак, парни, всем привет, с вами Игорь Диамурф, и мы продолжаем проходить Dark Souls. Собственно, я нафармил несколько тысяч душ. Вот, то есть несколько десятков тысяч душ. Так, кто-то не стреляет. И теперь давайте мы пойдем
в Анролонда, точнее перенесемся, чтобы сделать щит. Нам нужен щит из души волка Сифа, которого мы, собственно, убили в лесу. В лесу. То есть в саду. Вот, там, где королевский сад, озера, да. Ну, вы поняли, в общем. Вот, и нам нужна обычная его душа. Ну, как обычная. Душа волка Сифа. И, естественно, какой-нибудь щит. И щит какой-нибудь нужно прокачать на плюс 10. У нас достаточно таких осколков титанита, чтобы это сделать. Поэтому давайте пойдем и сделаем это. После этого я попробую убить босса Страж Святилища, который, собственно, не дает мне покоя. Я уже и так, и сяк, и думаю, что делать. Оказывается, все очень просто. Вот. В принципе, можно еще сделать копье. Копье из души Арнштейна. Для этого нам понадобится обычное копье. Оно у нас есть. Прокачанное на плюс 10, естественно. И. Ну и пока месть все. Ну и сама душа Арнштейна, она у нас тоже есть. Вот поэтому как бы я медлю сейчас с летсплеями по Dark Souls, где-то туплю, где-то там что-то не понимаю, поэтому прошу строго не судить, потому что наверняка есть летсплееры, которые еще хуже-то проходят. Ну хотя я не хочу сравнивать, да, равняться, потому что мне с детства говорили «не равняйся» на тех, кто хуже. Вот, поэтому как бы я и не равняюсь, но в принципе у меня так получается. Просто я не могу как бы пройти. Может, мне никак не хватает какой-то там, не знаю, какого-то навыка, я не знаю. Ну, попросту сложновато, конечно. Может, я не с того не начал проходить, то есть не с того начал качаться, да, не с того скилла заговорился, вот, поэтому, бляха-муха, поэтому как бы так вот получается. Так, отлично. Какие-то они медленные, эти парни. Мне кажется, что с увеличением ловкости эти парни тоже замедляются. Потому что просто какие-то медленные вообще. Уклонился, бац, бац. Просто я раньше носил тяжелую броню, поэтому как бы получается так, что и как бы ощущение, что как будто они медленные. Ну ладно. А что нам нужно? Нам нужно усилить обычный щит. Я не знаю, как это щит будет. Может, это нужен какой-нибудь щит серебряный. Может, это нужен травяной щит, паучий щит, ну, в конце-то концов, рыцарский щит. Но нам нужно улучшить осколок титанита. Ага, это у меня сколько есть. Но нам нужно улучшить щит, как бы, я так понял, темный. Баклер нам не подойдет. Может, самый оптимальный вариант будет и темный. Но, блин, я просто не хочу просаживать зря осколки титанита, не зная, что я буду качать. Вот в чем дело, в общем-то. А если мерцающим титанитом прокачать этот щит и всадить туда душу нашего волка Сифа? Блин, как-то мерцающий титанит тоже как-то не хочется тратить, но он есть. В архивах герцога, точнее возле них, при входе кристальный рот. Блин, я даже не знаю, парни. В принципе, щит серебряного рыцаря нам подходит. Он нам и всегда и подходил. Но есть тут также щит рыцарский, но тут надо обломок титанита. Не осколок, а обломок.
Балдерский. Я думаю, там, где Асклор Титанита, там щиты, в принципе, подходят. Вот, поэтому, как бы... Я даже не знаю, блин. Тут надо вообще мерцающий Титанит. Чё, парни, ну давайте рискнем, чё. В принципе, на плюс 10 он будет прокачан, вроде как. По идее. Может быть. Ладно, давайте. Давайте. Блин, что ж я делаю? Что ж ты, Игорь, делаешь? Сейчас потрачу все и все. И останусь. Стоп. Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Потерялся. Вот это он, да? Мерцающий титанит. Щит. Стоп. Щит Серебряного рыцаря. Как он теперь называется-то? По-другому называется или как? Парни. Блин. Мерцающий титанит, в принципе... В принципе, можно найти его, поэтому... Блин, он куда-то делся, парни. Починить снаряжение. Так, давайте, может, здесь его найдем. Нет, нет. Нет, значит, я его не юзал, он нулевой. Давайте пороемся в предметах. Снаряжение. Снаряжение. От Серебряного рыцаря плюс 5. И теперь нам нужно его улучшить на плюс 10. В принципе, было сказано, что обычный щит подойдет. Но я делаю по-другому. Ну ладно, я думаю... Нет, это возвращение... Нет, нихера нельзя, значит, сделать. Вот засада, да? Усилить оружие. Так что вот этого щита, его вот здесь нет уже, да? То есть все. И, в принципе, не определишь... Не определишь, как он максимально это качается. Непонятно вот это вот. Вот этот казус, он, блин, вообще никак непонятен. Вообще. Изменить снаряжение. А может, нам этот кузнец выкует? Потому что у него есть... Может, и кузнец нам выкует? Кузнец этот... Владимир или... Как его зовут, который сидит в этом выезде нежити, вот там вот. Ну давайте, парни, сейчас убьем двух вот этих рыцарей и двинемся туда. Вот сейчас 6000 срубим, которые мы потратили почти, да? Ну и двинемся туда. Блин, гад, я не туда отскочил. Вообще не в тему. Ай. Вот так вот в ноги отлично вязался, видали? Ну, в ноги то одно, а то что... О, отлично. Блин, я же забыл. Про наших юных лучников. Можно взять щит. Тот, который мы, собственно, и прокачали. Насколько он лучше... Ну, атака и стабильность. Так нихера больше лучше нету. Так, стоп, 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 стоп. Куда? Вояка, блин. Стабильность, то есть стойкость, я так понял. Ё-моё, а чё это он отпрыгнул? Ё-парасоте. Да какого? Ну, ебать, видали? Это что за дебил, блядь, сука? Чё тут за ёбаный в рот? В общем, вот с простыми словами. Кратко и ясно. Пиздец какой-то. Я как-то надел его, блин, по аркальскому, что нихера мне не получилось. Блин, ну придется опять идти сюда. Там, в принципе, бонфайр наверху. Туда добежать не составит труда нам. Бля. А,
А видите, он теперь на руке, да, у него? Или мне так кажется? В общем, раньше он как-то по-другому, анимация была вот эта. Но как-то по-другому было. Ладно, сейчас к этому кузнецу сгоняем, тут что там внизу. Посмотрим, что он там сделает, нам щит на плюс 10 нет. Если не сделает, ну и хер с ним, будем обычный щит качать. Да хотя, ну это бред, конечно, блин. Потому что мы же прокачали вот этот. Поэтому, блин, я не знаю даже, нужно ли нам вообще качать. Ну, делать, то есть, новый щит. Прошу, может вот этот он заменит нам вот тот щит, который я хочу сделать из Вока Сифа, да, из души. Поэтому, блин, даже не знаю. Ладно, сейчас посмотрим. Так, давайте, парни, идите сюда. Сейчас вас быстренько пам-парам. Ёпарасоты, ну чё, ну мне, блин, не везет в ноги, что проход сегодня не дается. Отлично, возле щита у него застрял. Классно. Отлично. Да не, нихера отличного. Видите, как бы хп уже меньше отбирают мне. Ну это из-за того, что у меня броня как бы другая все равно, да? Так раньше я вообще их боялся, как демонов каких-то там. Так, сейчас главное не подохнуть. Ну, я думаю, мы не подохнем, потому что тут эти легкие, они уже стали вообще. Легкотня какая-то, как малыши какие-то. Вот, как бы, гляньте, вот раньше, да, отбирала сколько выносливости? Почти в два раза, да? А сейчас может три, на три стукнуть, и у меня еще там палочка останется. Все. Так. Забираем души. Валим того, что наверху, дракона-борца. А можно, в принципе, этого завалить. Чё медлить, да? Все. Так бы сразу завалил, блин. Не было никакого геморроя. Так, чё это тут? Обломок титанита. Ни хера себе обломок. Раскидывается. Наши рыцари. Бляха-муха. Не перестает палить, у него бесконечные стрелы. Кстати, про стрелы мне нужно их купить, желательно иметь в наличии. Блин, ну я этим луком, видите, как защищается вообще прикольно. Но тем не менее, с двух рук защита как бы особо не пробивается. А если что говорить того, о том, что если я отпарирую, да, щитом, то я сразу же парирование вот это сделаю, и все. И они подохнут с одного напаса. Тем более у меня криты еще, ну, кольцо на криты. Так, будет логично здесь обойти по-быстрому. Блять. Ебо. Задолбали своими копьями уже, а? На. 698, нихера себе, это крит у меня, походу, был. Йо. Ну-ка, сейчас еще, блин, просто с... Вот эти копеечки, их трудно отбивать. 600, 700, нихера себе. Знаете, как меч возрос. Вообще. Это из-за того, что кольцо на криты, видимо, стоит. Гляньте, он вообще бьет по мне. И вообще, гляньте. Урон вообще галимый. Идет вообще бред. Ну, конечно, лучше, когда у тебя в двух руках этот меч. То, что то бред, конечно, с этими
на таком этом уровне с такой силой ходить с щитом против них. Ну чё за фигня, промазал или чё? Всё. Свободны. Так, уровень юзать не будем. Лишь починимся. Чё нам надо? Так. Починиться. Так, не надо. Зажал две души. Так, это было бы неплохо. В принципе, сейчас все можно починить, но я тут половину уже не пользуюсь. И половина, она вообще не ношенная, почти с нуля. Так. Теперь что нам надо делать? Так, с бонфайра сейчас переместимся, я просто задумался. Что-то пошел на него. Сейчас с бонфайром мы переместимся. Видите, как бы вообще, даже я пропускал удары, и то. Офигенно. В общем. Так, перенестись. Куда? Вон Орлонда. Ой, блядь, какой он Орлонда, вы чё? Священный сад, глубины. Уезд нежити, точно. Просто как бы душу волка Сифа, он как-то не хочется ее тратить. Вот, может, можно какой-то меч, я слышал, там меч Арториаса какой-то там супер навороченный есть. Не знаю, там лучше меч Квилех или Арториаса, не знаю, какое именно. Вот, поэтому... Изменить снаряжение, гляньте, а, нихера нельзя. Блин, ну тогда бред. Так, а ну-ка, сейчас щит. Не, все, на плюс 5 только он улучшается. Вот, блин. Ну ладно. А эти, а моя вот эта броня, она улучшается сейчас, а ну-ка. Если там что-то не нужное, в принципе, осколок титанита или что. Хотя на броню осколок титанита... А, не, идет осколок титанита на броню. Мерцающий титанит, ого. Так, а где этот мой? То ли я его пропустил, то ли... Так. Наруч у меня, как он называется-то, этот самый, медианский какие-то доспехи, которые на мне, блядь, их вообще в списке нету, в общем, ладно, фигня, то может у этого улучшить можно их, как он называется. У титана, который там кует. Ладно, не будем уже ходить туда-сюда, потому что я уже подзаебался. Давайте сейчас попробуем убить босса. Если что, я буду скипать. Я буду... Блять, а у меня ж души. Не, давайте апнемся. Будет логичнее, да? А, еще надо души. Ладно, пошли, типа, фармимся куда. Блин, когда? В Анрлонда, короче. Даже запутался. Норлонда. Или... А Норлонда больше некуда. Так, сейчас. В принципе, если тут вот эту убить девку, вот, которая стоит, мне кажется, что выпадет эта хранительница огня. Ну, вот этот шар хранительницы огня. И тогда я смогу улучшить Эстус. Ну, мне так кажется. По идее, это так и должно быть. Но тогда у меня не будет десятки Эстусов. Маляха-муха, да шо ж ты такой?
Возможно, если бы я не натупил в начале игры, я бы ее прошел бы. Ну ладно. Ебать, а как он попал мне? Магия, блядь. Видите, они вообще не сносят мне почти. Мне восстанавливается быстро. Это все дело вот это. Хотя сейчас что-то снес. Маляха-муха. А, ну то, что у меня меч был. Фу. Так, один есть, сейчас второго грохнем. Чтоб уже наверняка. На. Все. Все, сейчас пойдем к стражу святилища. Блин, ну страж святилища вроде вот когда я смотрел там по видео, как там чуваки проходили, там было еще давно, когда еще была пестрая версия этого Dark Souls. Блять, это какая пестрая версия? Нет, вроде ПТД. Ну еще, короче, в августе, когда смотрел, когда чуваки проходили Dark Souls, вот страж святилища, он как бы вообще легкий был такой, блять, ну, на видео. Вообще, это такая легкотня, блядь, у меня это просто трындец. Чё, давайте здоровье. Хотя не, ладно, сила, сила. Я просто забыл, что силу мне надо качать. 80 уровень, вообще, не могу пройти стража. Чё за бред, парни? Ай, вообще жесть. Так. Уезд нежити. Уезд нежити. Блин, какой уезд нежити? Священный сад. Так, если я не пройду сейчас с первого раза, я наверняка с первого раза не пройду, поэтому я скипну. Вот, и вставлю видео, как я прохожу его, и, собственно, и прошел его, да? Вот, человечность нам нет смысла использовать, то что тут никто не вызовется нам помочь, так что давайте, парни. С Богом! Блин, кольцо у меня не то вроде стоит. Ну ладно, пофиг. Крит дамаг, в принципе. Ой. Гоша. Гоша рассердился, блин. Гляньте, видите? О, офигеть, меч какой. Попался, видали? Меч офигенный попал. Ой, блядь, меч. Щит. Все, отравление, блядь. Ну это не все, конечно. Ну, сука, конец, блядь, рядом, нахуй. Я как предсказал, конец рядом, такой говорю, конец рядом, ебать. Ладно, парни, если что, я скину и начну.